Тихо. На, получи тоже. Так. Ты что, ты еще живая ходишь? А, в смысле поражение, алло. Ёлки-палки. Так, а ну-ка посмотрим, Джесси ходит. Так, сейчас посмотрим, что она будет делать-то, Джессики. Джесси. Ну, у них, смотри, осталось трое бойцов. Дуда-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Бравилсов. Бравил Стар. Ну что ж, пойдем с нашим героем, попробуем заработать немножечко кубков. Так, где у нас что? А, смотри, тоже он. Такой же, как я, чувак. Так, дотягивается, да, мои ударчики. Хорошо. Взяли одну баночку. Так, а ну-ка, аккуратненько, Джесси. Вот еще у нас здесь есть парочку. О, нормально, открыли. Забираем баночки. Вау, тихо, кто там, алло? На, получайте, медведи. Тихо. На, получи тоже. Так. Ты еще живая ходишь? А, в смысле поражение? Алло, ёлки-палки. Так, а ну-ка посмотрим, Джесси ходит. Так, сейчас посмотрим, что она будет делать-то, Джессики. Джесси. Ну, у них, смотри, осталось трое бойцов. Сейчас посмотрим, кто кого. Так, Джесси молодец. Взяла 8 банок и... Против кого он там сражается? А, против Розы. И Эль Прима. Она сейчас, я думаю, выиграет, Джесси. О, все, Джесси выиграла. Наверное. Но еще не факт. Сейчас она разобьет баночки, коробочки. Все, ну все, она победила. Все, давай. Да, Эль Прима проиграл. Ну что ж, мы получили 2 кубка. Тоже, в принципе, неплохо. И сейчас мы откроем с вами сундучок. Сундучок откроем. Посмотрим, что у нас есть в сундуке. Так, монеты, очки силы Роза. Очки силы Булл. Хорошо. И давайте еще откроем парочку. Монеты. Джесси. Очки силы Барли. Очки силы. Хорошо, спасибо. И еще одну откроем коробочку. Сундучок. Кольт. Джесси. Кристаллы. 3 кристалла. Хорошо. А давайте откроем большую. Так, большую открываем. Смотрим, что там. Монеты. Джесси. Так, и Роза. Кольт. Так, а еще и билет событий дали нам. И еще и кристаллы. Да, но не этого я хотел, конечно же. Что ж, ладно. Давайте еще откроем одну. Вау, монетки. Булл. Не то. Совершенно не то. Ладно, играем опять. Давайте еще раз сыграем. В озеро мертвецов. И потом мы еще откроем еще, наверное, парочку сундучков. Так, быстренько. Так, хорошо. О, Эль Прима идет. Так, давайте по баночке возьмем. Так, Эль Прима, на, получай. Ё-моё, надо было мне чаще это делать, ладно. Так, не, давай его. Эль Прима. На, получи. Да ё-моё, ты чё такой живучий-то, алё? Где? Вот он идет, смотри. На, получай. О, я знаю, ты тут спрятался. На, получи еще. О, ты зря здесь стоишь, конечно. Вот, есть, готов, хорошо. Одного мы взяли, убили. Идем дальше. А, смотри, вон еще сундучки. Хорошо, сейчас еще возьмем парочку сундучков. Так, а что с интернетом, алло? Так, давай вот сюда. Ё-моё, смотри, что творится-то. Роза, иди нафиг. На, получи баночку. Ох ты, столкновение, смотри, ребята. Сейчас, подожди. Есть, убил его. Хорошо, замечательно. Барли, ты лучше всех, молодец. 10 кубков, нормально. Замечательно. Звездный жетончик. Хорошо, играем снова. За Барли.
Да, мы сейчас улучшим нашего Барли и покажем всем. Класс, класс Адидас. Так, о, кто у нас там? Эль Прима. Давайте помогу открыть баночку. Так, а ну ты что там ходишь, отходишь? Да, убежал, смотри, он убежал. Я знаю, где он сидит, поэтому... Сейчас мы его добьем. Так, ты куда убежал, алё? Давай еще один... Вот, все, готов, готов. Все, одного мы сделали. Так, идем дальше. Где у нас, ребятки? Ух ты, ух ты, ух ты. Бул. На, получи. Хорошо, убили мы его. Була убили. Так, вот, смотри, тоже Барли, смотри, ходит. Давай мы его сейчас сюда зафигачим. Все, убили мы его. Так, столкновение, хорошо. Так, забираем банки. Так, отправляем ему. Пусть он ходит по этой штуке. Так, куда ты убежал, алё? Так, а что ты убегаешь? На, так, о, все, есть, есть, Барли, я даже не мог ничего комментировать, я был так напряжен, чтобы его убить. Хорошо, 10 кубков мы получили уже второй раз, отлично. Ой, хорошо, ранг повысили, хорошо, хорошо, давайте играть снова. Угу. Барли вообще молодец, выносит прям, молодчинка. Так, дальше идем, а, вон где я, сверху прям, да? Ух ты, нифига. Так, ладно, идем потихонечку. Так, Джесси, на, получай. Против Барли ты идешь, да? Зря, конечно, это делаешь. Все, убежала. Убежала. Давай, ты не уйдешь. В смысле поражения? Да она тоже умерла. Ё-моё, прикинь, да ну нафиг, не хватило немножечко здоровья. Офигеть. Я бы её, ну, точно бы завалил бы, ёлки-палки. Так, посмотрим, Роза пойдет туда, заберет сейчас все наши баночки. А у нас баночек там дофига, мы друг друга убили. Так, ты эти банки забирай, зачем тебе коробка эта? Все, сейчас она заберет банки, и она, естественно, выиграет кого-то там. 9940 у нее здоровье, нифига себе. Посмотрим, как она. А, та Роза, конечно, справится. Вот, понятно. А, тут еще, кстати, боец-то бегает. Нита. Ага, все, убили ее. А, 0 банок мне получил. Ой, 0 кубков. Ну ничего страшного, хотя бы 0. Хотя бы не забрали. Хотя бы не забрали, играем снова. Угу. Неплохо. Ага, так, я знаю, куда идти. Сейчас отправимся сюда. Так, да ё-моё, давай быстрее ходи. Так, попробуем. А почему такое маленькое... Во. Так, ты давай здесь не ходи, алё. Все, умер. Так, этот бежит за мной. На, получи. Сейчас его будем гасить. Да не надо в меня стрелять, алё. О, чё? Все, здоровье-то кончается. Давай, ну, ё-моё, немножечко не хватило, ребята, совсем немножечко. Смотри, он забрал все банки. Офигеть, да, ладно, что ж, бывает. Он еще и стреляет куда-то. Зачем ты туда стреляешь? Эх, сколько мне, чего, убрали банку? А нет, 6 банок, да ну, ой, 6 этих, каких банок? 6, скажите, я скажу. Давайте еще раз поиграем. 6 кубков, да, кубки, забывай. Так, идем в столкновение, хорошо. Угу, идем. Так, я знаю даже куда идти. Вот туда пойдем вправо. А, ну это, блин, опять же таки, как и было, смотри. Сейчас попробуем сразу 2 баночки бить. Так, Эль Прима здесь бегает. Давай, еще одну баночку. Вот, всю баночку сейчас взяли. Хорошо. Тихо.
Да почему у меня клавиатура не ходит? Алло. Не могу идти. У меня клавиатура зажала. Ладно. Не хочу на это смотреть дальше. Минус одна. Один кубок. Ёлки-палки. Давай еще раз играем по-быстренькому. Еще раз попробуем. Да, давай играть снова. Угу. Давай попробуем. Где меня выкинули? Вот здесь, да? Хорошо. Так, Эль Прима опять идет. Да, я что-то с одними теми же играю, все. Давай, давай, давай. Так, есть. Так, ты меня не стреляй в меня, алло. Так, где-то она здесь прячется, смотри. Ах, ты нифига куда-то забежала. На, получи. Нате, получайте. Чё, все убежали-то, да? Убежали? Ага. О, ты зря, конечно, туда встала. Так, отходим. Вот, столкновение пошло. Вот, в принципе, не думаю, что будет сложно. Она включила... Она включила или нет супу свою? Нет еще. Но она здесь сидит. Ох ты, нифига! Она включила супер и меня убила, да? Блин, она ждала, чтобы выйти супер включить. Ладненько, ничего страшного, зато 8 кубков мы получили, тоже весьма неплохо. Барли, барли, барли. Давай еще раз, за барли. Играем снова за барли. Угу. Надо будет еще в парное поиграть. В парное. Потому что в одного тоже как бы сложно, ну, интересно, кстати, да. В одного интересно. Так, давай от этого чувака убьем. Во, нормально там стоит, да. Убежал. Ладно. Так, грибочки какие-то. Так, этот кольт бежит, смотри. Тихо, 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 тихо. Ах, убил. Какой ты кольт сильный-то был, мощный, алло. Что у нас там? Минус два кубка. Так, что ты будешь делать, а? Посмотрим сейчас, сколько у нас вообще кубков там. Ох ты, 700 кубков. Нормально, нормально, нормально. Хорошо, в принципе, да? Что у нас тут? Мы можем денежку забрать. Забираем. Монеты, 50 монет и ящик. Но ящик пока не можем открыть. Ладненько, надо еще кубков. Нужно еще кубков побольше. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.